И помимо витаминов есть еще такая вещь, как у нас белок. Белок у нас очень часто находится в дефиците у большинства людей. Когда мне там присылают анализ, говорят, у меня с белком все нормально. Девочки мои, 65-68 грамм белка – это ненормально. Да, я понимаю, что это нижние цифры референса. Белок должен быть 80 минимум. Если у вас меньше белка, то мы обязательно принимаем препараты белковые, это может быть коллаген, это могут быть именно протеиновые препараты. Просто протеин я не люблю, спортивный, потому что там куча всяких добавок. А зачем нам лишняя нагрузка на печень? Белок обязательно мы принимаем, потому что если у вас не будет адекватного уровня белка, ну, во-первых, это прощай наша красивая кожа, как всегда. И, во-вторых, у нас не будет усваиваться ни витамин D, ни железо, ничего не будет усваиваться по одной простой причине. Весь транспорт, все, что у нас переносит внутри организма, что-то там по крови, это все белки, это все белковый транспорт, поэтому без белка не будет ничего.